Обеспечение соблюдения правил дорожного движения – основная обязанность сотрудников полка ДПС. Казалось бы, все просто. Стоит инспектор на дороге и следит за движением транспорта. Поймал нарушителя, проверил госномер, написал протокол и все. На самом деле работа – это ответственная и тяжелая. Каждый день у сотрудников органов внутренних дел начинается в 6 часов утра. И не всегда удается возвратиться домой вовремя. Ведь Сочи – город, насыщенный событиями. И нести службу полицейским приходится в любое время. В органах УВД Александр Басов работает 22 года, половину из них в полку ДПС. Как сохранять спокойствие на работе и общаться с водителями, старший лейтенант полиции знает не понаслышке. Психологический контакт – это немаловажно в нашей работе. И поэтому мы постоянно обучаем и водителей, и сами обучаемся именно добрососедским отношениям друг с другом, чтобы без скандалов, без споров, без ничего общаться. И я, как всегда, говорю всем водителям, мы с вами друзья, мы не враги. Помимо инспекторов ДПС, в полку еще немало и других специалистов, которые работают с бумагами, программами и ведут другие необходимые для безопасности дорожного движения дела производства. Контроль, надзор за дорожным движением на постах маршрутов патрулирования, оформление дорожно-транспортных происшествий, производство по делам об административных правонарушениях. У нас есть также штаб в полку ДПС, который проводит анализ дорожно-транспортных происшествий, изучает причины и условия совершения ДТП, наиболее аварийные дни, наиболее аварийные часы по времени суток, производит корректировку, внесение корректировки в расстановку нарядов для более эффективной работы по повышению безопасности дорожного движения. В полку ДПС есть и специалисты, которые помогают разыскивать кражи автомобилей, занимаются материалами по ДТП и разыскивают водителей, которые скрылись с места происшествия. Госномер Анна 838, Ольга Анна 123 регион, управляет. Проверка госномеров ежеминутно ведется в дежурной части. Именно сюда поступает информация о возможных нарушителях и дорожная обстановка на линиях. В работе сотрудникам органов внутренних дел помогают и современные технологии, которые появились в городе в рамках подготовки к Олимпиаде. Так, если за работой сотрудников ДПС на маршрутах наблюдает система ГЛОНАСС, то за нарушениями водителей следят и камеры видеонаблюдения, установленные во всех районах города. За последний год число нарушений уменьшилось, отмечают полицейские. И это несмотря на то, что по количеству транспорта Сочи занимает второе после Москвы место. Тем не менее, такие факты, как непристегнутый ремень, превышение скорости и перевозка детей без кресел, встречаются и довольно часто. А ведь эти нарушения могут привести к плохим последствиям. Так, за последние 10 месяцев в результате ДТП погибли 63 человека. Именно сотрудники ДПС следят за тем, чтобы таких случаев было меньше. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.